Так, Садинур Азизбеков. Ой, прикольный аватар, да. Привет, как дела? Все отлично. Классно, супер. Как твои дела? Классный аватар. Пьешь колу, вот конкретно тебе вопрос. Пьешь колу, ответь. Угу. И как конечно. В школе? Вот, да. Так, а Мухуддинов, фаворит сегодняшнего дня, да. Мне так кажется, да. Безоговорочно. Ажаня Джем Мухты, менеджер Coca-Cola, Юнюда, лидер. Берет гомага Coca-Cola Бекер. Мухты Алып, Барат Экен, Рустем Алишер. Понял, дальше? Рустем Алишер. Рустом. Как тебя только спасибо. Не называли, да. На самом деле, хорошее сообщение. Может быть, да. Бекер получишь. Бекер получишь да. Упаковку Coca-Cola. Эдил Конокбаев продолжает действие свои, да. Итак, значит, вы свободны, это круто. Вот. Да. Бакуля так. Романова пишет нам. Передаю привет моей мамуле. Мамуль, я тебя люблю. Это пишет нам. Бакуля Роману, тоже классный аватар, да, Алишер? Ну, да. Немного классический, да, Алишер? Типичный, да, типичный чуть-чуть. Аватар чуть-чуть. Для девушек. Ну, чуть-чуть, по чуть-чуть. Крайней мере. Да. Так, продолжает писать нам Бакуля Роману. Ну, наверное, ты сегодня не хочешь, да, побороться за приз, я так понимаю. Есть воскресенье, друзья, да. Можете там тоже поучаствовать в нашем так, продукте. Асель Исаева, Coca-Cola классный напиток, приятный на вкус и на вид. Coca-Cola прекрасный напиток. Видишь его, захочется пить и пить. Угу. Тоже спасибо большое, сообщение. Асели. Да, Асели Исаева. Асели Исаева, видимо, тоже хочет выиграть. Но Асели Исаева, пишите побольше, а то здесь уже... Ну Асели Исаева берет именно вот своей конкретикой, понимаешь? Mm-hmm. Видишь, вот четыре строчки, все время четыре строчки. Так, ну тогда... Классический поэт, да? Да. Да. Ну тогда вы, можно сказать, конкуренты здесь уже появились у нас, Амухаммеддинов и Асель Исаева. Пока да. Вы идете наравне, да. Так что пишите и участвуйте. И может сегодня... быть, здесь появится кто-то из, как Маяковский, который будет нестандартно да. писать. Через каждую строчку, так, да. по одному. Вот, друзья, тоже пишите, будем рады. Ну и, конечно же, не забывайте, чем вы любите, с каким блюдом вы любите кушать и запивать Coca-Cola, друзья. Вот, присылайте и, конечно же, не забудьте о том, что вы можете также присылать свои приветы, пожелания и признания любви, друзья. Ну и, конечно же, ваши комментарии. И, конечно же, не забывайте о том, что есть вопрос такой, что вы хотели бы изменить в этом мире. А у меня такой вопрос, что бы вы хотели бы изменить в этом мире? Ну... Так сразу не ответите, да? Очень такой глобальный вопрос. Наверное, мир должен меняться сам, потому что он должен эволюционировать. И думаю, что если есть какое-то зло, я думаю, что каждый из нас должен сам его менять в себе и не ждать, что кто-то за тебя поменяет этот мир. У каждого свой мир, поэтому я хочу, чтобы каждый в своем мире, в своем космосе был счастлив. И меняя себя, мы будем менять этот мир потихонечку. Да, на самом деле, друзья, меняйте себя и, конечно же, о чем вы думаете, это все самое будет. Кстати, сегодня вот ушел из жизни Стив Джобс. Да. Да. И это, наверное, один Стив из Джобс. Тех людей, который действительно менял мир. Да. Основатель корпорации Apple. Так что, друзья, миллиарды миллиардами, а все-таки да. он тоже человек. Ну и также, друзья, меняйте себя, конечно же, если вы думаете о плохом, то все это плохое будет притягиваться к вам. Так что думайте всегда о хорошем, о счастливом, о лучшем. И все это лучшее обязательно будет у вас. Урмат Романов, очень хочется колы. Хочется всем колы, так что участвуй в нашем розыгрыше, присылай свои стихи, шутки, а также с каким блюдом ты любишь пить Coca-Cola. Так, Дуду, я мороженое, как я помню еще с прошлых программ, пишет, я вам надоедаю, мы говорим, нет, не надоедаешь, пиши, продолжай. Пиши, просто мы сегодня решили так, что не будем зачитывать твои сообщения в прямом эфире, да? Да. Некоторые. А так, хорошие на самом деле сообщения. Итак, привет всем, передаю привет всем своим родным, друзьям, особенно своей подружке Джубдыске и вам. Mm-hmm. Это пишет Дарика Токтобаева. Вот мне вопрос все-таки, вот по духам у вас что? По духам? Да, вот, Алишер, вот это, не кажется, что это подбородок чей-то, Алишер, тебе не кажется?
А мне что, кажется, грудь, или что? Нет? Нет, мне кажется, это затылок. Затылок? А это спина, может быть. Нет, а это может быть собственная рука, да, вот это? Да, может быть, это собственная вот, рука. Вот развейте все сомнения, напишите, пожалуйста. На чем вы лежите? На чем вы лежите, да. Или на ком вы лежите. Да, на ком вы лежите, на самом деле. Да, вот интересно было. Друзья, напоминаю, что у нас истекает время, да. 20:00, так что пишите и не забудьте о том, что сегодня мы разыгрываем 25 штук по 0,5 упаковок. 24, упаковок. Ой, 24, все время почему-то мне кажется 25. Видимо, нужно добавить 25. Да, окей, добавим. Так, друзья. Вот свой добавишь, Альша, который ты уже выпил, да? Пустой бутылок. Обязательно. Так что, друзья, пишите и не забывайте о том, что вы можете также присылать свои приветы, пожелания и признания в любви. А впереди нас ждет третье место с композицией, даже не с композицией, а трио исполнителей. Это New Boys, The Cataracts и Death. Поехали. Третье место. Жаштар телеканалына жана ошондой эле Coca-Cola компаниясына чоң рахмат. Ойногулу уткла жана ошондой эле Кыргызстар каналы менен бирге болуңуздар. Я хочу сказать спасибо молодежному телеканалу Кыргызстар и компании Coca-Cola. Желаем всего самого-самого хорошего и процветания в бизнесе. Телеканалу Кыргызстар дальнейших успехов. Развивайтесь, преодолевайте все трудности без никаких там проблем. Побольше вам гостей. А также Coca-Cola пусть тоже производят такие вот прекрасные напитки. И будем пить и наслаждаться. Спасибо. Уже стоп, да, наверное, наши гости будут прощаться уже. И мы дальше вдвоем продолжим. Объявим победителя. Совместным консилиумом здесь мы решим, кто же у нас выиграет. Да. Ага. Вам слава. Спасибо вам большое за внимание. Желаю вам всем хорошего, доброго вечера. До новых встреч. Кола любит вас. Да, и, конечно же, вливайтесь вместе с Кока-Колой и смотрите канал Кыргызстан. Открывайтесь счастье. Спасибо вам. Спасибо вам, Айжана. Спасибо. Приходите, сказать, еще. Приходите еще раз. И, конечно же, мы с вами еще надеемся встретиться. Может быть, как наш телезритель сказал, на следующей неделе. Может, он хочет тоже вас увидеть. Ну что ж, друзья, спасибо также вам. Вы задали очень интересные вопросы. Особенно некоторые телезрители. Ну и, конечно же, не переключайтесь, впереди вас ждет второе и относительно первое место. И, конечно же, сегодня мы объявим победителя, а победитель сегодня получит 24 бутылки, друзья, от компании Coca-Cola. Конечно же, не пустых, а с продукцией компании Coca-Cola, друзья. Так что не переключайтесь. Не переключайтесь. Второе, первое место стоит того, чтобы посмотреть, да. А тем более, что мы еще приз будем решать. Да, впереди очень много интересного. Ну что ж, поехали, второе место. Жаштар телеканалына жана ошондой эле Coca-Cola компаниясына чоң рахмат. Ойногулу уткла жана ошондой эле Кыргызстар каналы менен бирге болуңуздар. Я хочу сказать спасибо молодежному телеканалу Кыргызстар и компании Coca-Cola. Желаем всего самого-самого хорошего и процветания в бизнесе. Телеканалу Кыргызстар дальнейших успехов, развивайтесь, преодолевайте все трудности, без никаких там проблем, побольше вам гостей. А также Coca-Cola пусть тоже производит такие вот прекрасные напитки, и будем пить и наслаждаться. Спасибо.